железо. Где бы мы ни находились, каких бы взглядов мы ни придерживались, и чем бы мы ни занимались, нас всюду сопровождает железо. Оно вокруг нас, оно внутри нас, буквально в крови, в самом прямом смысле слова. И именно железо придает ей красный цвет. И именно благодаря железу мы с вами живем и дышим. И то, что мы его не видим, вовсе не означает, что его нет. Железо является одним из самых распространенных на Земле металлов после алюминия. При этом в чистом виде железо встречается крайне редко, практически никогда. Даже метеоритное железо в большинстве случаев ⁇ это сплав с никелем. Здравствуйте, дорогие друзья! Во время экспедиции сезона 2019 года мы посетили достаточно много интересных мест, про большую часть которых мы уже рассказывали на канале. Очень часто, практически под каждым фильмом, про какой-то посещенный объект вы писали в комментариях, чтобы мы делали анализ железа, который видно в стенах строений. Ведь уже давно подмечено, что эти старинные металлические элементы не ржавеют, несмотря на свой возраст. Они всего лишь покрыты тончайшей коричневой пленкой окисла и все. И при этом конструкционная прочность металлического изделия не нарушена. Несмотря на то, что у нас нет своей лаборатории для проведения анализов, во время этих экспедиций мы собирали образцы металла и все, что на него похоже, для того, чтобы тщательно их проанализировать и результат анализа представить вам. Друзья, по этим анализам также вышел фильм у Евгения, автора и ведущего канала «Разгадки истории». Не забудьте посмотреть, ссылочка в описании. Кстати, это именно он смог найти лабораторий из различных, не связанных между собой специализированных институтов стали и сплавов, которые согласились помочь с анализами. За что, пользуясь случаем, выражаю им свою глубокую благодарность. Одна из таких лабораторий находится на кафедре физики Алтайского технического университета имени Ивана Ивановича Ползунова. Сегодня будет рассказ об 11 образцах, хотя в реальности их гораздо больше и еще даже не все образцы обработаны. Но прежде чем я начну рассказ о результатах анализа, буквально в двух словах расскажу о современном способе производства железа, так как качество современного железа напрямую зависит от технологии его получения. Заранее хочу подчеркнуть, что все современные железные изделия железными называются только условно, так как по сути это все сплавы на основе железа. Из чистого железа предметы общего назначения не делают, а изготавливают только высокоответственные узлы для военной и космической отрасли. Также замечу, что далее будет описан именно современный способ получения железа. Сородутный метод, кричное и болотное железо сегодня рассматривать не будем, так как в современных процессах они не применяются. А по химическому составу стали и сплавов железо можно однозначно идентифицировать относительно современного способа их получения. Итак, прежде чем мы сможем взять в руки нож, вилку или лом, железу требуется пройти несколько этапов. Первый этап – добыча руды в шахте или открытым способом в карьере. Второй этап – обогащение руды это целый комплекс мер, включая высокотемпературный отжиг, промывку, дробление, спекание и так далее. Так как суть этого фильма заключается не в объяснении технологии получения стали и сплавов, то все сопутствующие процессы, которые не менее масштабны, мы сейчас рассматривать не станем. Просто знайте, что параллельно с линией непосредственного получения железа есть много сопутствующих линий, без которых основное производство просто невозможно. Третий этап. Первая плавка, Получение чугуна из железной руды. Обогащенную руду плавят в доменной печи и получают чугун, то есть плав железа с углеродом. Из высокого содержания углерода, а также фосфора и серы, чугун очень хрупок, не поддается ковке и прокатке, годится только для отливок. Четвертый этап. Вторая плавка. Переделка чугуна в сталь. В специальных конверторных печах жидкий чугун продувают кислородом и выжигают углерод, фосфор и серу. На этом этапе добавляются другие минералы в качестве раскислителей и лигирующих добавок. И именно на этом этапе рождается сталь. Официально этот этап используется с 1856 года, ну, когда был изобретен бессимеровский способ получения стали. С 1864 года для переделки чугуна в сталь также используют мартеновские печи. В 1933-1936 годах с подачей под руководством инженера Николая Илларионовича Мозгового на киевском заводе «Большевик» были проведены первые в мировой практике плавки с применением кислородной продувки. Параллельно шли опыты в Германии и Австрии. Пятый этап. Сталь разливают и прокатывают. И далее сначала методом горячей штамповки и вытяжки, а затем методом холодной штамповки делают знакомые нам железные изделия. От гвоздей до автомобилей. Современная технология позволяет получить сталь разных марок, от черной до легированной, в зависимости от количества углерода а также вида и количество других добавок. И все эти добавки, как и сам углерод, строго стандартизованы. И все стандарты очень тесно увязаны с технологическим процессом. Собственно, вся суть переделки чугуна в сталь – это уменьшение количества углерода. Именно поэтому одним из важнейших компонентов, определяющих качество и возраст стали, является углерод. Ну, точнее, его количество. Если не знаешь количество углерода в сплаве, Считай, не знаешь, и марку стали, а может это и вовсе чугун. А вот знание количества углерода и микроструктуры позволяет узнать, насколько железка сделана по ГОСТу. Повторяюсь еще раз, все количественные содержания элементов в сплаве строго регламентированы ГОСТОМ и напрямую зависят от технологии получения стали. Ну, например, физически невозможно получить сплав железа и цинка именно в виде сплава. Хоть в доминой, хоть в мартеновской, хоть в любой другой печи ввиду их разных температур плавления. Железноцинковую заготовку в наше время можно сделать методом порошковой металлургии. Но это уже совершенно другая тема, так как в этом случае на срезе все гранулы будут одинаковой формы и размеров, и это сразу будет видно. Говоря простым языком, металлургия – это точная наука, а любое металлическое изделие – не что иное, как фотоснимок прошлого, где запечатлено каждое изменение в технологии производства. Именно поэтому для специалиста, исследующего внутреннюю структуру металла, словно по годовым кольцам дерева, можно с определенной точностью назвать марку стали, период выпуска и в некоторых случаях даже месторождение руды. Для нас наиболее актуальным является вопрос о времени выпуска того или иного железного изделия. Судя по комментариям, наибольший интерес вызвал аппарат, который мы совместными усилиями нескольких каналов раскапывали в одном из прошлых фильмов. И помимо вопросов про анализы металла, был вопрос, что же это такое. По нашему мнению, это был водяной насос, часть обвязки металлургической печи, наподобие паровой машины Болтона Уата 1788 года. Даже официальная история вынуждена признать, что подобный аппарат уже был изобретен в 1788 году. Однако тут нужно заметить, что наличие паровой машины вовсе не доказывает, что она приводилась в действие печью для плавки металла. Но заметьте и не опровергает этого. Помимо образцов с этого секретного завода, ну, давайте для простоты понимания будем именовать его так. Еще был проведен анализ образцов из домной печи в селе Истии и шестеренки, найденной на берегу реки Цна в Рязанской области. И если вы еще не смотрели те фильмы, то для понимания, о чем вообще речь и почему это так важно, предлагаю также посмотреть фильмы конкретно по этим объектам, на которых мы собирали образцы. Ссылки на эти фильмы будут в описании под этим на YouTube-канале «Неофициальная история». А если вы их уже смотрели, то пересмотрите еще раз, ведь теперь, зная о результатах анализа, многие вещи будут восприниматься по-иному. Но давайте обо всем по порядку и начнем с результатов анализа. Я буду вам зачитывать слово в слово, как написано в заключении, по каждому образцу. Образец первый. Шайба из корпуса насоса секретного завода. Образец шайбы представляет собой довольно низкоуглеродистую сталь. В состав входит только феррит. Включение перлита отсутствует. Структура однородна по образцу. Зерна имеют равноосную форму. Размер зерен 10-30 микрометров. Поясню. В наше время, как и во времена СССР, Шайбы изготавливают согласно ГОСТ 113.71-78 и стали с содержанием углерода от 0,2% до 0,45%. Эти стали маркируются как СТ-20 и СТ-45. На фото вы видите страницу из учебника, на которой приведена структура стали СТ-20. Более чистую сталь изготовить сложнее и дороже. Однако данный образец состоит из стали с содержанием углерода меньше чем в СТ-20. И применение этой стали просто шайба. Конечно, нельзя полностью исключать, что это изделие нашего времени. Однако в наше время гайки и шайбы делают холодной штамповкой и дешевой конструкционной стали СТ-20, ну или СТ-45. Однако у данного образца следы деформации отсутствуют. Если бы эта шайба была вырублена из прокатного листа, то должны были бы сохраниться следы прокатки вытянутые в одном направлении зерна. Но на фото этого не видно. Зато видно, что структура состоит из зерен ферита, без следов перлита. Второе. Образец с резьбой из корпуса насоса секретного завода. Он был разрезан посередине, в районе резьбы, и исследовалось поперечное сечение. Структура стали ферритная, перлит отсутствует, что свидетельствует о том, что сталь малоуглеродистая, содержанием углерода около 0,1%, и даже меньше. На данном фото структура состоит из равноосных зерен, то есть проток прокатывался в горячем состоянии. Размер зерен имеет большой разброс от 10 микрометров, это очень мелкие зерна, до 80 микрометров. Участок с очень мелкой структурой показан на этом фото. Есть зерна с размером менее 5 микрометров. Структура по сечению неоднородная. Кроме округлых зерен встречаются вытянутые, хаотически ориентированные зерна. На этом фото показан край образца в районе резьбы. Встречаются как округлые, так и вытянутые зерна. Материал образца очень старый. Далее примечание специалиста, проводившего этот анализ. Цитата. Нетипичным является применение мягкой, низкоуглеродистой стали для крепежных деталей. Надо сказать, что такого чистого железа я еще не встречал. Очень трудно эту сталь раздобыть. Например, для лабораторных работ студентам мы используем сталь СТ-20, где 0,2% углерода. Если учитывать старинные технологии, то и этого добиться достаточно трудно. Нужно конвертерное производство. Бессемеровский способ получения стали в России используется с 1870-х годов. Но такую частоту стали этот метод не давал. Конец цитаты. Третий образец – кованая гайка из корпуса насоса секретного завода. По возрасту это старый артефакт, который ковался в кузнице, и у него сложная структура с выстроенными рядами включений. Структура гайки ферритная, то есть она состоит из достаточно чистого железа. Видна неоднородность структуры, то есть материал подвергался большой пластической деформации, и в то же время зерна равноосные, то есть деформация сочеталась с высокой температурой. Сталь содержит большое количество неметаллических включений. Структура включений аморфная, можно предположить, что это частицы шлака. Выводы специалиста по первым трем образцам, то есть шайба, образец с резьбой и гайка. Можно отметить очевидные результаты. Все образцы представляют собой изделия из стали. Учитывая их солидный возраст, необычным является то, что сталь низкоуглеродистая. Любая сталь начинается с чугуна, чтобы изготовить даже простую черную сталь, необходимо долгое совершенствование самого процесса выплавки. Чем более чистое железо, тем труднее его получить. Однако эти образцы представляют собой довольно низкоуглеродистую сталь, в состав которых входит только феррит. Также немаловажным является факт использования высокотехнологичной низкоуглеродистой стали для изготовления всего лишь крепежных элементов. Ни во времена СССР, ни в Российской империи так не поступали. Четвертый образец. Шпилька из корпуса насоса секретного завода. Образец по составу практически чистое железо. Металл содержит большое количество шлаковых включений, темные участки на рисунках. В данном случае исследования проводили при помощи оптического и электронного микроскопов. Твердость измеряли по методу Бринеля. Микрорентгеноспектральный анализ, использованный для определения состава образцов в данном случае, имеет ограничение – он не позволяет корректно определить содержание углерода, поэтому в результате количество углерода не приведено. Также не позволяет определить элементы в количестве менее 0,1%. Металл образца неоднородный по содержанию углерода. Есть участки с полностью ферритной структурой, практически не содержащие углерода, а есть участки с ферритно-перлитной структурой, содержащие примерно до 0,1 углерода. Разнозернистость структуры – следствие неоднородности по химическому составу. Твердость металла около 130 единиц. По структуре можно отнести к ричному кованому железу. Точно не современная железка, ранее 20 века. По структуре, составу твердости металл близок к СТ1 или СТ2. Пятый образец. Шатун насоса из секретного завода. Это типичная среднеуглеродистая сталь. Структура состоит из зерен феррита, светлое зерна, и зерен перлита, черные зерна. Размер зерен около 50 микрометров. Скорее всего, сталь подвергалась высокотемпературной обработке при изготовлении детали, например, вытяжки или прокатки. Видно, что край детали имеет меньше углерода. Углерод сосредоточен в темных перлитных зернах. Количество перлита в глубине детали выше, чем на поверхности. После прокатки сталь рекристаллизовалась для получения однородной структуры. Шестой образец зуб шестерни из реки Цна, Рязанская область. Это чугун с пластинчатым графитом. Пластинки графита грубые, длина 100 микрометров и более. Встречаются локальные скопления графита в крабовидной форме. Структура одинакова по всему образцу. Эта деталь, скорее всего, была получена литьем в форму без последующей обработки. Такой чугун относится к старому времени, в кавычках. Седьмой образец. Корпус насоса из секретного завода. Это также старый чугун. Его структура близка по основным структурным составляющим чугуну из зубы шестерни. Технология получения в обоих случаях – литье. Восьмой образец из Домны в Истье, Рязанская область. Это литой чугун, однако качество существенно лучше по сравнению с двумя предыдущими образцами. Отливка остужалась большой скоростью, возможно из-за малого размера детали, поэтому в структуре присутствуют дендриты. Основой структуры является тонкопластинчатый графит. Длина пластинок 10-20 микрометров. Пластинки сильно изогнуты. Такая дисперсионность графита делает его высококачественным материалом по многим характеристикам, сравнимым со сталью. По технологии производства это старинный чугун. Сейчас такое не делают. Не потому что не могут, а потому что сложно и дорого. Да и материала в виде недорогой стали имеется много. Девятый образец шпилька из мусора возле домной в Истии. Материал. Сталь ферритно-перлитного класса. Соответствует обычной конструкционной стали 45. На фото микроструктуры темные зерна. Перлит, светлые зерна, ферит. Показано стрелкой. Если я удивлялся чистоте железа в предыдущих сталях, то это самая обычная современная сталь. Десятый образец. Чугун из домной в Истии. На фото показаны пластинки графита. Они тонкие, сильно изогнутые, что характерно для высококачественного прочного старого чугуна. Здесь качество материала гораздо выше, чем стандартные современные чугуны. Одиннадцатый образец. Еще один образец чугуна из домны в Истье. Пластины графита более грубые, чем в образце номер 10, но качество и прочностные свойства также высокие. Итак, друзья, я зачитал вам слово в слово заключение экспертов, проводивших анализы металлов. Как видим, железо, которое мы вам показывали в фильмах про старинный завод и доменную печь в Рязанской области, это железо очень старое, если не сказать древнее. И главной отличительной особенностью являются стали с низким содержанием углерода, то есть практически чистое железо, и высокопрочные чугуны. Есть, конечно, исключения, например, образец 9, который был взят в куче мусора на обочине дороги, недалеко от доменной печи в Исти. Тут хочу заметить, что сегодня были показаны результаты анализа образцов из трех разных мест, расположенных довольно далеко друг от друга. Таким образом, мы имеем все основания утверждать о том, что качественная металлургия на Руси на самом деле гораздо старше, чем нам говорит официальная история. О том, почему это так важно – что это за объекты такие, на которых мы собирали образцы? Говорится подробно в фильмах по этим объектам. Ссылки на эти фильмы вы видите у себя на экране прямо сейчас. Перейдите по ним и узнайте много нового. А я с вами не прощаюсь. Все только начинается. Далее будет развитие темы. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До скорой встречи.